Два этажа для спортсменов и болельщиков. В центре Билимбая началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Какие работы уже выполнены на главной спортивной стройплощадке города, выяснял Дмитрий Коньков. Пока будущий физкультурно-оздоровительный комплекс растет вниз. Вырыт котлован, техника будет глубокие скважины для колонн, ведется заливка фундамента. Холод – не помеха. Современные технологии позволяют работать даже при минус 17. Руководитель стройки Эльдар Фазылов утверждает, основание сделают качественно. И в новом году ФОК начнет расти уже вверх. Мы заканчиваем все, что, допустим, там под землей, то есть там вот эти сваи. И потом уже будем выставлять опалубку для того, чтобы уже воздвигать ротверк. То есть это уже получается уже ближе к нулю. Постараемся успеть это до Нового года, чтобы уже с января месяца уже дать нулевую отметку и уже идти наверх по металлоконструкции. О строительстве ФОКа начали говорить еще в 2015 году. Инициативу местных властей поддержали депутаты областного законодательного собрания Алексей Дронов и Елена Чечунова. Большую часть денег на возведение комплекса, 53 миллиона рублей, выделят из областного бюджета. Еще 21 миллион из местной казны. Сегодня ход строительства лично инспектирует глава Первоуральска. Валерий Холев отмечает, новый ФОК станет самым современным спортивным объектом в городе. Его площадь составит более 1500 квадратных метров. Зрителей будет вмещаться до 160 человек, а единовременно могут заниматься порядка 60 человек. В планах разместить в ФОКе несколько секций для детей и взрослых. Это мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, лыжные гонки и скандинавская ходьба. Заниматься здесь могут тысячи жителей не только Билимбая, но и соседних поселков. Мы говорим, что физкультурно-оздоровительный комплекс строится в Билимбае, но мы понимаем и мы подразумеваем шаговая доступность. Это и Вересовка может сюда прийти, и Битинка, и Известная, и Доломитовый. То есть мы охватим сразу практически все Билимбайское сельское территориальное управление. Реальное очертание комплекс начнет приобретать уже после Нового года, а окончание строительства Билимбаевского ФОКа запланировано на сентябрь 2018-го. Дмитрий Коньков, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.